Андрей Кириленко реализовал американскую мечту в российском баскетболе, а группа Каста реализовала американскую мечту в российском хип-хопе. Встречайте, Хамиль и Змей из группы Каста, которые поют о баскетболе. А как делать? Как делать ваш знак знаменитый? Как его делают? А, так? Ростовские донские раки. Чтобы прыгать высоко, не нужен нам батут. Я сегодня number one, а я нам батут. Как вода и газ необходимы вам быту, так и третий нам не помешал бы тут. Чтобы прыгать высоко, не нужен нам батут. Я сегодня number one, а я нам батут. Как вода и газ необходимы вам быту, так и третий нам не помешал бы тут. Пока ты лежал на диване, Ваня, под одеялом, вялый с бокалом, бока мел, я потел как дьявол. Я вам скажу прямо, я не профи, зато подел. Ну ты не живота, у меня профиль. И пофиг, что меня в сборную тогда не взяли. Пофиг на то, что я на улице бьюсь, а не в зале. И так, день изо дня, ни свет, ни заряд. Я получаю заряд, что за горя. Машу руками, словно мельница перед лицом. Кто хочет силой помериться, ешься под кольцом. Вот если б забрел Коби Брайан ко мне во двор, я бы его вынудил играть со всей братвой. И пусть он крут, как и Маккартни Пол, не стоит забывать, что тут не деревянный пол. И 28 на 15 поле, и играли 5 лет, как в классическом баскетболе. Чтобы прыгать высоко, не нужен нам батут. Number one, а я number two. Как вода и газ, необходимы вам быту, так и третий нам не помешал бы тут. Чтобы прыгать высоко, не нужен нам батут. Я сегодня number one, а я number two. Давай, давай. Как вода и газ, необходимы вам быту, так и третий нам не помешал бы тут. Чтобы прыгать высоко, не нужен нам батут. Я сегодня number one, а я number two. Как вода и газ, необходимы вам быту, так и третий нам не помешал бы тут. Чтобы прыгать высоко, не нужен нам батут. Я сегодня number one, а я number two. Как вода и газ, необходимы вам быту, так и третий нам не помешал бы тут. Спасибо.